Случайно превратился в зомби? О, тебя ждет насыщенная жизнь. Видите этого ученого? Запомните его хорошенько, ведь именно он виноват в том, что произошло дальше. Прямо на наших глазах он смешивает то, что нельзя смешивать, и создает вакцину зомби-лихорадки. Ну зачем ты так, приятель? Ты разбудил зомби-апокалипсис. Зомби не забывают про тренировку. Но иногда они забывают свои руки на тренажерах. Опять. Ну и крепатура. Руки просто отваливаются. Бодрящий утренний кофе. Жаль только, что все выливается сквозь дырявое тело. Но продукт не пропадет. Да это же зомби-кофемашина. Зомби любит гулять с собаками. Вот только собак не осталось. Упс. Зомби такие сентиментальные. Зомби-таник, мой любимый фильм. Всегда плачу на этом моменте. А на конкурсе красоты ничего не меняется. Титул «Мисс Зомби Вселенная» получает блондинка. Эй, тебя тут вообще не должно было быть. Снова перепутала конкурс, глупышка. Самый веселый праздник у зомби – День Смертения. Долгожданная вечеринка. С Днем Смертения! Загадывай желание и задувай свечку. Вместо торта у нас фамильный череп моей прабабушки. А вот и подарочек. Надгробие последней модели. Ну как вы догадались, друзья? Вы лучшие. Спасибо. Угощайтесь костями. С Днем Смертения! У зомби тоже есть творческие профессии. Это кинокомпания «20 век зомби». Снимают фильм ужасов про людей. Какой удачный грим! Живой человек выглядит как настоящий. Зомби-Оскар за лучший грим обеспечен. Эй, что ты делаешь? Люди едят банан совсем по-другому. И чему вас учили на этих актерских курсах? Зомби полны романтики. Дорогая, выходи за меня. Эти зомби щедрые ребята. Вместо кольца у них принято дарить целый палец на помолвку. О да, я согласна. Какой красивый палец. Как раз мой размер. Знаешь, чем порадовать девушку? Фильмы ужасов для зомби действительно страшные.
О, святые кости, я не могу на это смотреть. Там живая природа, сплошные растения и все такое свежее и зеленое. Выключите это немедленно! А хочешь напугать зомби? Просто покажи ему цветок. Сработало. Зомби тоже посещают врачей. У вас все в порядке, пульс нулевой, вы полностью здоровы. А это что? О нет, я вижу биение сердца. Срочно дозу смертельного яда и побольше. Фух, успели. Зомби-пациент спасен и выглядит достаточно нездорово. Ваш заказ? А? Простите, а это еще что? В моей тарелке какая-то гадость. Поменяйте. Вот, приятного аппетита. О да, так намного лучше. Цельные пауки. А вы хотели отравить посетителя салатом? Зомби тоже умеют играть в PlayStation. Больше всего они любят убивать растения. Хоть у них и не получается быстро управлять джойстиком, некоторые комбинации клавиш не созданы для пальцев зомби. Что это на столе? Свежий лимон? Кто оставил здесь эту отраву? Кыш из кухни! А вот и наши любимые гнилые фрукты и овощи. Плесень – это деликатес для зомби. Вкусняшка. У этих зомби внимание, как у котенка. Его так легко отвлечь. Но в мире еще остались люди, которые ничего не слышали про зомби-апокалипсис. Потому что не выходили из дома с тех пор, как вышла новая серия игры. Тебя ждет сюрприз! Понравилась наша зомби-реальность? Тогда пиши в комментариях, как ты себе представляешь жизнь зомби. И
обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые зомби-истории на канале Вуху.